Всем доброго времени суток! Всех с праздником Байрам, кто его отмечает. Ну что, как и обещала. Ой, вертолет. Привезла вас на моречко. Ну и нас заодно тоже. Ага, вертолет чего-то тут патрулирует. Видно, нет? Вышли мы сейчас с автобуса. Ну и шагаем. Это магнолия, по-моему, цветет. Погода прекрасная сегодня. Я думаю, что морской воздух и так дальше, конечно же, восстановит мое здоровье. Так, переверну камеру, покажу вам красоту. Магнолия это, да, насколько я понимаю? Цветы похожи на орхидеи. Сам цветок. Красиво. Сегодня первый день Байрама. Вокруг все нарядные, все в белых рубашечках. Мужчины. Парнишки, пацанишки. Чувствуется, конечно, праздник на лицах. Пацаны нарядные, смеющиеся, ходят группами. Настроение у всех волшебное. Быстро так. Быстро, да, низко что-то вертолет патрулирует, да, скорее всего. Как красиво. Мы сегодня не будем спускаться по лестнице, как в прошлый раз, да? Спустимся это, ну, или на лифте, или просто вниз по этому серпантину по дороге. Подумаем. Глаза цветут во все глаза. Ветерок присутствует. Ну, он не сказать, чтобы бархатный. Какая-то следующая ступень после к бархатности, к прохладе. Морской бриз. Мы переживали, что это возле моря может быть, конечно, ветрено. Ой. Ну, одеты кто как. Вот идет девушка в топике, а сзади идет мужчина. Уже, я не знаю, в футболке, в теплой рубахе, еще и в жилетке. Вот так. Что называется, готов ко всему. Все равно влажная погода, вроде как и ветерок, а тело хочешь не хочешь, а становится влажным. Я сегодня первый раз обула свои новые чешки. Вдела в них силиконовые шнурки. По стечению обстоятельств они были дома. Я про шнурки. И подходят к моим серым топчумпам. Ну так вот, уже два раза они расстегивались. Посмотрю, подумаю. Может быть, придется ставить опять обычные шнурки. Ну, посмотрим. Это вообще
не проблема. Впереди вот эта ступенька, отель Фалес. Это Фалес или нет? Или это Риксос что-то? Фалес. Ну, в общем, один из двух. Не-не, Риксос это. Все-таки мы разобрались. Вон этот характерный значок отеля Риксос. А Фалес чуть правее. Отель. Маки цветут. Конечно, они не очень часто, но присутствуют. И для меня это, например, в диковинку. Приятно, конечно, на них смотреть. Яркий глаз радует. А еще здесь растет какой-то дикий чеснок. Муж одну головку сорвал. А, вот этот, да? А, вот это. Надо головку так. Да. Ну там на. Ой, улитка там сидит. Ну, надо чем-то подкапывать его ножом или что-то. Он ключом сковырнул, потому что прошло. Ой, еще. В прошлый раз тут дедулька с бабулькой собирали. Ой, куда нам столько чеснока-то? Хотя ладно, скоро базар, продавать пойдем. Тихо, тихо, аккуратно. Хоть там землю-то отряхнул. Вот, ты думаешь, это кладоискатель тоже? Урожай собираешь чужой. Очень красиво, конечно. Флаги. В честь праздника. Между домами флаги, как всегда, натянуты. Слышно аж, как трепещут. В общем, праздник в самом воздухе. И, конечно же, во внешнем виде. Трамвай всегда так многолюден, потому что, в общем, доступный сейчас это вид транспорта из отдаленных районов, без пробок идет. Ну. Сразу много народу в него заходит и выходит. И многие сегодня у моречка. В городе очень мало машин. Мы вообще очень быстро приехали. Я не знаю, минут 10-15, наверное, ехали. Потому что все в основном уезжают за город. На праздничные даты. За город или в отеле. Ну, в общем, как-то себе организовывают досуг. Ах, красота. И горы. Ну, давай подойдем, посмотрим. Ага. Думаем, то ли пешком, то ли на лифте, да. И горы, и море, и пляж. Зелень, да, как красиво. А там фотографируются или что, люди? Пойдемте. К уголку подойдем или что? Все. Закончилась фотосессия. Организовали себе ванны. Вода да? Да? Я не помню. Ага, прямо сильно ветер здесь чувствуется. Народу. Как летом, да? Ладно,
Вчера вроде писали, что температура воздуха, температура воды, 18 градусов. Не знаю, кто и когда мерил, но так было написано, что температура воды 18 градусов. Мы решили насладиться пейзажем, видом постепенно, поэтому пойдем вниз по дороге, не будем спускаться на лифте. А то вдруг что-нибудь проглядим. Яркое, красивое, сочное. Поэтому спускаемся. Тем более дорога очень приятная. И спустимся. Ребятня? А, змея. Ага. А там лифт. Напоминаю, платный, конечно. А дальше еще лестница есть, по которой мы спускались в прошлую нашу прогулку, я не знаю, может быть, месяц назад. На лестнице тоже очень интересно. Ну, страшно. Ну, кому как. Она поскрипывает, но для меня она достаточно надежная. А муж был рад, когда мы опустились на землю. Ну, не экстремалы мы. Нет, нет, нет. Пойдемте вниз. Включу камеру. Мне кажется, раз мне красиво, значит и вам должно быть красиво, интересно. Я же хочу поделиться. А, какой-то параплан, да, там поднимается воздух. Хочу поделиться с вами красотой, солнцем, красивыми видами. Ветер ловит. Не надо будет обходить, а можно оп, и по лесенке. Хорошо. Хорошо, что сделала хвост. И волос не летает сам по себе. С лестницы вот тебе уже и следующий ярус. Вот там. Оттуда я снимала. Прошли дорогу. Ничего особенного, просто внутренний мир клумбы выложен белыми камнями. А так красиво, нарядно смотрится, несмотря на банановые пальмы какие-то подуставшие. Это, господи, бар на пляже отеля Риксос. А мы идем вдоль моря. К морю мы попытались подойти. Сильная волна, опять все намыто, и возможности потрогать воду не представилось. Но сейчас пройдем чуть дальше, может быть, там нам повезет больше. Много людей, семей, конечно, с мячиками, с чайниками, с семечками, с печеньками. Или просто прогуливающихся туда-сюда. Какой-то тоже сиреневеньким чем-то.
что, мне кажется, больше всех цветет дерево. Он цветет и цветет. А что это такое? Конечно, не знаю. Точка. Гляньте, какой самокат синий, мальчишки в синей майке. Ну, уже давай, ехай. В общем, сзади колеса раздвигаются, и он как будто треугольником становится, превращается в треугольник самокат. Какой-то птичка, галочка, ну что... Сейчас, ладно, не, едет или нет? О-о-о. Гляньте. Как необычно. Такой первый раз вижу. Оп. Мы уже на одной, на другой лавочке посадили. С моря такой. Приятный ветерок. В общем, сидеть охота, кайфовать на лавочке, разглядывать пестроту людей, передвигающихся влево и вправо. Уже и эти вышки установили, и кабинки для переодевания. Все функционирует. Ну, не говори, что ли? В общем, муж прочитал в новостях. Конкретно ссылки я не скажу, конечно, какие новости, но в Турции планируют туристическому сезону для удобства русских туристов, ну, туристов из России. В общем, да, придумать, как найти какую-то возможность, чтобы можно было рассчитываться картой МИР. МИР, да, Саша? Ну вот, карта МИР. То есть это отличная, замечательная новость, но когда это, что, конечно, осуществится, сделается, неизвестно. Но Турция ищет возможность сделать такую, чтобы можно было рассчитываться. Карта МИР. Это здорово. Мы практически уже дошли до того места, да? Ага. Где мы приезжаем на море, чтобы купаться, и уезжаем. У нас же и душ, и кабинки для переодевания. Сегодня прям много купающихся. Сейчас еще раз попробуем спуститься к моречку. Ну, не знаю, насколько удастся или нет его потрогать. Ну вот, максимально близко мы пришли. Бушует моречка. Давай, 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 давай. Давай, давай, иди, иди, иди. Еще один шажочек. О, почти. Ну давай. Ну что ты? Да не надо, а? О! Поймала. Холодная. Холодная, да. Неделю спустя 4. Нет, вообще никак. Ой. Отходи, Саш. Холодная. Нет, нет, нет. Еще что-то
с моим горлом вообще доверия не внушает. Боже. О, теперь выпрыгивает сюда. Ага. Девчонки лезут. А выходить вообще, конечно, ветер более чем свежий. Компания вот с такими надувными мешками, пакетами. Я первый раз их вживую вижу. В рекламе я видела, и сколько раз опровергали, что их реально как-то надуть вот так вот воздухом. А ничего, вот люди лежат, вот у них два мешка таких. Ну, сегодня ветер, конечно, сильный, поэтому, наверное, их удалось их надуть. Ну, не наверное, а удалось. Жалко, что не видела, как они это сделали. Холодно еще, конечно, для купания. Пойдем наверх и устроим себе пикник. Вот так вот. Что-то даже, если честно, мне в это, в общем-то, сегодня как бы хмурое. Ага, вижу. Запустили. Да-да, сегодня хмурое. Так, наш незамысловатый пикник. Потому что главное не пикник, а, понимаете, само времяпрепровождение, сам процесс, сам морской кайф. Ну, в общем, по стаканчику айрана. Печенюхи какие-то новые купили, ни разу такие не брали. С шоколадом. Там были такие же с фундуком, но я решила изменить своим правилам, а то я бесконечно с орехами. Ну, в общем, с шоколадом. И по бананчику. И с видом на море. Подфартило нам лавку заиметь с видом на море. Солнышко спряталось. Там остановка, так что идти потом нам совсем недалеко. Не видели мы с мужем или не обращали внимания, или новую поставили, конкретно вот на туалете поставили видеокамеру. Ну, опять-таки, неплохо, я считаю. Пляж будет сниматься, просматриваться. Ну, просматриваться будет отлично. Вроде раньше не было, но в прошлом году так точно. Мы уже в автобусе. Народу практически никого. Вот. Никого. Хотела тучи черные показать. Вообще, дождя не передавали, но какие-то тучки на небе. И возле моречка прохладно. Хотя время около 3 часа дня. Решила, что попрощаюсь я с вами через окошко. На фоне красивых цветочков. Вот этих вот анютиных глазок, цвет который меня очень радует. А то что я там у себя на райончике? Всего доброго вам и до встречи в следующем видео.